Добрый день! О значимых событиях Саратова и области расскажу вам я, Анастасия Углянец. Пожизненный срок черным риэлторам. Такой приговор получили двое из восьми осужденных. Они много лет промышляли незаконной продажей жилья. Лишали людей не только квартир, но и жизни. Суд присяжных полностью признал вину дельцов. В зависимости от сложности вины, преступники получили разные сроки. От 5 лет условно до пожизненного заключения. Защита же намерена обжаловать приговор в кассационном суде. Ребенка похитили на глазах у отца. Накануне в следственные органы поступило заявление о пропаже 5-месячного младенца. Малыш исчез на территории Курского вокзала в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту похищения. В переписи населения будет участвовать каждый. Сотрудники Саратовстата намерены заняться учетом граждан без определенного места жительства. Переписчики специально посетят центры социальной реабилитации и железнодорожный вокзал, чтобы узнать информацию о бездомных. Также намерены переписать заключенных в СИЗО. Борьба за наследство. Семьям, которые пострадали в результате природных пожаров, выплачены компенсации в размере 70 миллионов рублей. На выплату по одному из сгоревших домов отыскалось сразу 3 претендента. Райсуд отказался рассматривать это дело, пока стороны не договорятся о том, кого следует признать наследником жилого строения. Еще по 3 сгоревшим домам до сих пор не удалось установить наследников. Чиновники стали реже брать взятки. Отдел по противодействию коррупции при правительстве Саратовской области подвел итоги текущего года. Общее число взяточников сократилось почти на 20%. Особенно это коснулось бытовой сферы. Здесь количество чиновников, которые были уличены во взяточничестве, сократилось почти на 40%. Однако самыми коррумпированными остаются медицинские учреждения. За этот год более 20 сотрудников были привлечены к уголовной ответственности. Плавучий храм подал сигнал бедствия. Накануне на пульт МЧС поступило обращение с борта князя Владимира. В результате повреждений в трюме корабля образовалась течь. Оперативная группа спасателей оказала помощь судну, откачали воду и провели пусконаладочные работы. В данный момент ковчег с мощами отплыл от Саратовской набережной. Саратовскому заводу 130 лет. «Волга-дизель-аппарат» отмечает юбилей. Он вырос из простой мастерской в крупнейшее предприятие региона. Его продукцию поставляют не только по всей России, но и в Европу. В этот день для всех гостей организовали уже традиционную выставку достижений предприятия. Руководители обещали, что в следующий раз агрегатов будет больше. Ведь в планах завода стать лучшим предприятием в агропромышленном комплексе. Фотографии Барбары Клем в Саратове. В Радищевском музее прошла выставка работ известной немки. Она долгое время работала газетным фотографом «Frankfurter Allgemeine Zeitung». На фото запечатлены важнейшие факты общественной жизни Германии до и после ее воссоединения. Черно-белые фотографии показывают людей в особые, неповторимые моменты их жизни. Культура, экономика, политика и городские будни нашли отражение в ее работах. Качество питьевой воды улучшится. Как доложил министр строительства и ЖКХ Денис Филиппов, в рамках целевой программы планируется строительство новых очистных сооружений и внедрение современных технологий. Проект рассчитан на 5 лет. В результате в следующем году все жители области будут обеспечены чистой водой. Поэзия и сказка на холсте. Уникальная выставка работ Льва Радищева в Саратове. Экспозиция посвящена 140-летию художника. Многие акварели написаны во время его пребывания в Хвалынске. Этот город стал главной темой его картин. Именно там он провел последние годы своей жизни. Выставка будет проходить 2 дня в музее-усадьбе Борисова-Мусатова. Увеличить продолжительность жизни. Для этого, уверяют ученые, достаточно серьезно подходить к своему рациону. В правительстве области открылась выставка полезных продуктов. Директор Института питания Российской академии медицинских наук Виктор Тутильян специально приехал в Саратов для реализации государственной программы «Здоровое питание». Он отметил, что в нашей области самое большое количество предприятий, которые выпускают продукты, обогащенные витаминами. Производители уверяют, что нашли идеальное сочетание цены и качества. Главная же задача программы – научить жителей ответственно относиться к своему здоровью. И пока это все. Продолжайте следить за новостями на Форпост ТВ. И не забывайте, мы обновляем выпуски каждые 2 часа.